Всем привет! Вы на канале Хокки Френзи. И сегодня к нам в гости пришел один из лидеров молодежной сборной России по хоккею. Друзья, если вы смотрели чемпионат мира, то мимо этого игрока вы точно не могли пройти. Hey, I'm Alexander Romanov. I'm D of Montreal Canadiens. I'm here in Bubble of Toronto. Заводил в нашей сборной экс-игрок ЦСКА, ныне игрок Montreal Canadiens, и это Александр Романов на нашем канале. Брайс, мы рады тебя приветствовать. Здорово. У Сани выдалось просто насыщенное лето, контракт с Монреалем, и, конечно же, мы не можем пройти мимо такого знаменательного события, как его свадьба. Саня, мы тебя хотим поздравить с этим событием. Долгой, семейной, счастливой. Поздравляю тебя. Спасибо. Перчатки только в Монреале не теряй также, пожалуйста, ладно, чтобы все нормально было. Как бы свадьба, свадьбы, там контракты с Монреалем, но сегодня этот парень не будет ждать пощады, потому что у нас противостояние. Это 6 испытаний. Мы с Кузьмичом против Сани Романова. Игра на 100 тысяч рублей в 6 испытаниях. 100 тысяч? Серьезно? Да. Ты готов сегодня отдать соточку нам? Хокки Френзи, чисто на развитие канала. Я сейчас смотрю, как мы соточку отдадим. Мы приготовили бомбовый контент, поэтому смотрите этот выпуск, не забывайте обязательно ставить палец вверх, комментарий, колокольчик, ну вы сами, в принципе, все знаете, не будем тянуть кота за одно место, а просто тогда начнем. Ну что, друзья, вы можете получать еще больше удовольствия от спорта, и Пари Матч перешел на новую высокотехнологичную платформу, и в сетке нашего легального партнера доступно огромное количество событий по хоккею, футболу, UFC и другим видам спорта. И этот высочайший, инновационный и быстрейший сервис уже доступен для вас в закрепленном комментарии по ссылке. Там же вы можете получить бонус до 5000 рублей за первый внесенный депозит. Самое главное, не забывайте проходить верификацию до конца, количество бонусов ограничено, не смею вас больше отвлекать от просмотра. Ну что, братцы, первое испытание — это просто классика хоккея, без которой нельзя обойтись, это буллиты. От нашей команды будет бить Кузя против Сани. Они сразятся в буллитной серии по 3 броска у каждого. За каждое задание команда получает по 1 баллу. Слушай, ты не должен на буллитах подвести. Ты серьезно в меня веришь? Он меня верит, пацаны. Он говорит, что он не умеет бить буллиты, поэтому... Думаешь, что я умею бить буллиты. Если ты подведешь, больше, мне кажется, мы уже не выведем в этой игре. Да. Ты как, готов? Да, но я поделись своим вообще. Я просто бросками буду буллить. Просто бросками, да пожалуйста. Ладно, все, погнали. Хорошо устраивает, да? Цу-е-фа, 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 цу-е-фа. Ты готов? Боже, блядь, покажи мне слово! Поехали! А кто мне шайбу кинул, блядь? Саня! Чувствую, реально, я потерялся немножко, да? Ничего не знаю, не, ну у тебя шайба не сошла, подожди. Гол будет, нет? Ну, вообще должен быть. Ну давай, поехали. Ауч, ауч, ауч. Но вратаря переиграл, но не забил. Мне кажется, сейчас бросков надо, да, согласен? Ну да, да. Ну смотри, я тебе даже могу сказать, куда брос. Вот в девятку. Какую, надо... влево, вправо ты бросил? Не, над ловушкой. Под ловушкой. Я думаю, что да. Ну если он туда переместится, потому что он сейчас услышал, возможно, тогда в другой угол. Я просто сейчас до следующего испытания замерзну, поэтому... А давай если не ничья, то... А, бьем дополнительные. Если бы у бабки были яйца, она была бы дедом, поэтому давай бей булить. They talk it down on my name. Ярослав Кузьмичев, не должен подвести команду Хокки Френзи. She losing her mind. We kiss the Frank Ocean and blind. Я думал, надо голы забивать. У тебя соперник, по-моему, вообще мертвый какой-то. Что он, ты ему... Хочу слева, бросаю, да, на ловушку. Да. Это не считается. Это не считается? Не считается, ты бил не от центра круга. Я могу хоть отсюда разбежаться. Поехал. Я могу еще один. Саня минусует сегодня всех людей, ворота, камеры. В общем, Саня изнасиловал нашу камеру. Теперь вместо камеры буду я. Серега, ты знаешь, что надо делать? Серега, вспомни. Вот в девятку. Не, ну ловушка.
когда под копирку сейчас было слизано. Сравняйся, лучше. Я просто промолчу. У него какой-то слабый вообще бросок, тебе не кажется? Вот только бросками можешь забивать, не может. Конечно. Только бросками и может. Только бросками может. НХЛ-ец. Сейчас, блядь, дополнительные пошли. Мы меняемся, да? Он первый пускай начинает. Давай, я. Ты надоел? Слушай, уже своими бросками сколько можно хоронить нашу команду? Слушай, ну это хитринка же тоже, блин. Низом, иди за... Давай, хитринка. По-моему, я выиграл. Это победа, бро. Отпразднуй. В первом испытании победу одерживает Александр Романов. Как неожиданно, сказали бы мы, но, увы, второе испытание. Фу. Блин, очково, конечно, что-то мне сходу бросать. Ну, посмотрим. Что, ребят, сейчас будет у нас второе испытание. Это бросочки сходу по 10 шайб у каждого. От нашей команды Hockey Friendly будет выступать Михаил Черкасов. Ну, а за Монреаль канадец, как всегда, там как будто один игрок. Александр Романов. Александр Бросок Романов, теперь называем его так. О, все, давай. Цуе, ножницы, Цуефа. Вот именно сходу надо, да? Да, да. Если я говно отдал, ты можешь передумать, отдать мне, сказать, давай нормальную передачу. Да, окей. Мы тебя готовим в НХЛ, ты должен любой принимать. Ну, конечно. Подстраивайся, Саш, что, в хоккей никогда не играл, что ли? 3, 2, 1, поехали! А это была? Да. Да. Подкидывай. Четыре, два. 5-2. 6-2. 6-2 гола. Вы вырежете, переснимите, удалите. 8-2. 9-2. Последний. О. 9. Как он это сделал? 10-3. 3 гола, 10 бросков. Поехали. Сань, я не знаю, куда у меня шайба летит. Отойди оттуда. Да, ну не в меня же, ё-моё. Вырезаем. Момент вырезаем из видеоблога. Давай. Вратарь отдыхает. Михаил Овечкин. Извини, сладкий. Нормально. Но у меня последний бросок, пацаны, остался. Знаю мое везение в челленджах, но я буду верить сюда. Пацаны, слушайте, ну одну шайбу на самом деле не так стрёмно проиграть тебе. Я шайбу просто, как сука, на каменоломне стоял. Я каменщик, работаю 3 дня. Вот так. Ну ладно, короче, он ведет 2-0, вот этот канадский. Следующее, короче, испытание, все, пока. Пацаны, блин, реально, за канал бился как тигр. Слушайте, чуть-чуть не фартанул, но одна шайба, ну вы прикиньте. Ну, достойно же было. Если достойно, напишите в комментариях. Достойно. Если недостойно, напишите в комментариях недостойно. И все. С вами был я, ваш друг, коллега, покорный слуга. Собираю вот шайбу. Второе испытание. Одно из таких самых новых на нашем канале. Это круг на скорость. Ой, третье, братцы, третье испытание, потому что я тупой просто. Еще это, не оправился от поражения. Мы по секундомеру замеряем по очереди ребят.
кто прибежит быстрее. Саня без коньков должен бежать. Вообще, в принципе, поэтому... Снимай коньки. Снимай коньки. Что он смотрит, улыбается? Я ему говорю, коньки снимай. Ладно, спиной нормально. Хорош, спиной нормально. Готов? 3, 2, 1. Поехали! Ну что, Сань, выиграешь? Да, я думаю, да. Я смотрю, ты максимально уверен в себе. Он говорит, он спиной реально бежать будет. Друзья, время Ярослава 15:83. Я реально хочу сейчас... Александр говорит, что он спиной справится лучше. Проверим. Ты готов? Ну, погнали. Если он выиграет спиной, я ею просто. Уже, кстати, 9 секунд. Вот он пересекает. 10, 12, 13, 14, 15:57! Ярослав, тебя не уделали. Тебя разъебали, братан. Спиной вперед. Тут он на сотые, да, сегодня? Он бежал спиной. 15:57. Рекорд НХЛ поставишь? А, давай, лицом, Саша. Да, у нас будут другие гости. Саша, ты скоро едешь в НХЛ. Надо много работать, тренироваться. Ну что для тебя этот круг? 3, 2, 1, поехали! Мне просто даже интересно, сколько он пробежит лицом. Добавляй! Ноги! Ну не выключай ноги-то, вот! 14:41! Что лицом, что спиной, вообще одинаково бежишь. 14:41, ну на секунду, как бы, можно сказать, что на секунду лицом Саня пробегает быстрее, но я считаю, что спиной, как бы, за 15 пробежать. Да, получается лицом там всего на секунду, поэтому тоже, ну не так и стыдно его проверять, да, такой зверь, просто машина. А тем временем счет становится 3-0, и у нас еще 3 испытания. Кстати, мы 50 на 50 скидываемся? Ты полтинник, я полтинник. Получается так. Наверное, не так стыдно проиграть Сане забег на скорость. Вот. Учитывая, что у меня конюшки были тупые, это, конечно, отмазка тупая, но я должен был это сказать, что коньки были тупые. Я готов в следующий раз поставить рекорд и проиграть за 14 с чем-то. Я вам обещаю исправиться. Так, ну неугомонный Саша не может никак закончить дриблинг. Сейчас следующее испытание. У нас по 5 бросков от лицевой линии. Нужно попасть верхом. У каждого из парней по 5 бросков. И как бы это последний наш шанс зацепиться. Поэтому давай. Су-е-фа. Александр, пожалуйста, повесь. Миллиметры играют очень большую роль, я вам скажу. Да, поэтому... вообще мы не добросим. Я знаю, на это был расчет, чтобы показать, что игрок Монреаля не может добросить верхом до ворот. Со щелчка? Да. Со щелчка любой дурак, Саш, может. А, не да? Щелчка. Саш, кисти, ну, ладно, кисти, давай. Покажи мне свои кисти, Саш. Давай. Схема. Да это тяжело. Ты била? Как в футболе. Я не представляю, зачем тогда я сюда пришел вообще. Я вообще не знаю, нафига там 50 метров. Видимо, все силы Александр Романов оставил на забеге со мной. Это не было, это она же не верхом дошла, а сколько? Да никто не забьет так. Как не забьет? Ну, в прямом Миша смысле. Миша тебе покажет класс, блядь. Да это невозможно. Миша тебе покажет. Ярик, заткнись, какой класс, Ярик. Не забивал. Какой класс, я покажу, Ярик. Да это невозможно. Последний, пятая, точнее, последний. Да ну это невозможно, ты не забьешь. Он сказал, что все невозможно, что это невозможно. Но, как говорил Дима Эльдон, все невозможно, невозможно, знаю точно. Уйти в себя, влюбиться так неосторожно. Искать ни днем, ни ночью. Все невозможно, невозможно, знаю точно. Флекс. Флекс хорош. У меня есть флекс. Готовы? Да куда ты, че, угораешь, что это невозможно? Давайте от тени линии теперь. Ты сейчас проиграю, да это все. Неудачи тебе. Неудачи. Здесь. Челкать можно, я не понял.
Слушай, щелчка любой дурак может есть. Ну кажется, ну это естественно. Ты 15 секунд круг берешь, какие тебе щелчки, дружок? Нет, милый мой, здесь так дело не пойдет. Перекладина, ногол, ногол. Что, что ты смотришь? А, я тоже перекладину, видишь, попадаю. Какой ты молодец, Сашка. И смотрит такой, типа, что, я гол должен тебе сказать, Саш, молодец? Здорово. One. Калитку закрыл, все, все, вышел. Я не прошу. Вышел, отсюда калитку закрыл, все, все. Пошел, пошел. Он правила не услышал, что ворота бросаем, а не перекладину, по-моему. Вот такое очаково сейчас у меня. Нельзя команду подвести. Вот. Саня, короче, верит Мишу. Да у меня перекладина кристаллина. Гэнг-бэнг. Я не отдам свои деньги. Я буду биться за бабки. Мне еще двух собак кормить. Это го, это секта, это рэнкер. Ой, блядь. Бросок раньше, блядь, был, мне кто-нибудь скажет, да, когда я вот оттуда бросал, где он был? Почему, когда я перешел на синюю, бросок вверху пошел. 0-4. Коль, слушай, это, я займу у тебя числа там до 20-го. Хорошо, да, будет. У меня скоро день рождения, там пацаны обещали скинуться, бабками мне. Договор. Блин, парни, простите, ну, блин, я старался. Я не знаю, чем я хоккеем 7 лет занимался, если от синей линии попасть не могу верхом ворот. Но вы видели, блин, бросок просто проснулся поздно. Клюшка новая, не привык, снег налип, видите, все у нее делают, как бы. Ну, вы сами меня понимаете, кто хоккей играл, знают, в общем, эти отмазки. Ну, Саня в порядке просто. Это пятое испытание. Мы горим 4-0, нас уже ничего не спасет, поэтому как бы гол престижный, я думаю, что мы сделаем. У каждого 10 шайб задача перебросить через болот и попасть в маленькие ворота. И я не попал в большие, и как бы Кузя бы тоже навряд ли попал, потому что мы все-таки, ну, мертвецы. То в маленькие, я думаю, мы точно не попадем. Но ты постараешься? Я постараюсь. У нас все-таки 10 попыток, я думаю, пару раз попаду. Ну, ты готов, заряжен? Я готов, брат. Можешь в камеру ударить тогда, чтобы переход был нормальный кадр? Кузьма начинает, погнали. Давай, давай. Давай. Не подведи. Сука, подвел. Вторая, блин. Что-то это тоже. Походу опять поражение. Одна есть. Красав Кузьмича. А он, смотри, занервничал, молодой человек, за водой потянулся. Нервишки шалят, да? Ты видел? Ты видел, что он как попал? Видел, нет? Конечно, да, он страх вообще. С собой в Монреаль забираешь, понял? Понял? Майку после тренировки я дашь? 5-2. Счет 5-2. Египетская сила! Это 6-3, да? 6-3. Сань, ну что ты там, занервничал немножко? Все, поплыл! 7-3! Поплыл, все, поплыл! Все, завершай, 8-3! Чистая! 9-4! И последнюю, давай, половину, чтоб ровно было! 50%, давай! Ладно, 9-4 это тоже как бы уровень, извините меня. Ну вообще, я скажу, на равных играем. Вот сходу там в одну проиграли, считай. Ну это не в счет. Побулит тоже в одну. Вот потому что он в НХЛ. Побулит там в одну и по броскам в одну. То есть он можно скостить. То есть мы НХЛ, мы КХЛ. Да, то есть мы все в одну проигрываем. То есть борьба-то идет прям кость в кость, он же давление чувствует. Ну давай, Александр. Не было. Пять один, штанга. Сопа! С катанецем. 5-6-2. 7-2. 8-2. 9-2. 10-3. Я победил Сашу Романову в подкидочках. Ну что, ребята, вот у нас и последнее испытание. У нас практически ничья Саша Романова, да. В общем, один человек встает вон туда, к борту, и должен удерживать шайбу максимально как бы чётенько, а другой человек будет ему мешать и кидать шайбы.
есть такое очень интересное испытание. Я засекаю время, кто дольше продержится, тот и победит, тот и набирает балл. Как бы, погнали? Пока шарим, закрой. Давай, поехали. Засекай. Что надо сделать, а? Он слишком техничен и неуловим. Просто, ну... Вы сами видели, что ему реально бросали прям в плюшку, но он... Я его бросал просто стопками по 5 шуб, блин. И сейчас вы увидите реальную технику. Первый номер драфта НХЛ. Tampa Bay, Lightning. Михаил. Мать его. Михаил, вся жизнь в хоккее, Черкасов. Давай, ну ты сейчас один будешь бросать, блядь. Я тебе не помогаю. Ну, конечно. Еще я буду против своего, что ли, херачить? Правильно, бро. А что за шайбу? Я могу эту шайбу. Тебе нужно просто выстоять здесь. Мужики, будет самое тяжелое. Сейчас Саня будет просто меня бросать. Моя задача выстоять. Слушай, а ты ему шайбочку не хочешь дать? Не, у него разве не было? Я без шайбы. Ладно, короче, у тебя там бесконечный рекорд. Времени нет. Он, короче, тоже должен удержать. Короче. Пойди, мы что, начинаем, что ли? Я уже одну, сука, смог убрать. Ладно. Не, ну эти последние уж не счетовые, так-то выстрелил по факту, да? Ничья. Выстрел, красава. Ну и что? 6 испытаний спустя. В общем, итоговый счет 5-2. Саня Романов побеждает. И уже скоро он уезжает в НХЛ. Мы желаем тебе, братан, удачи. Давай, рви там. Спасибо, давай. Спасибо. Как вы тоже пишите свои пожелания Сане Романову. Как считаете, как он себя проявляет? Короче, бро, все, спасибо, что пришел. Да, ты, нет, еще, по-моему, принял, да, подарок? Нашим? Да, да. Мы поздравляем. Охуеть. Поеду, сейчас гоняю. Давай побыстрее. Что так долго? В НХЛ ждать никто не будет, Саша. Друзья, это клюшка игровая самого Александра Романова, игрока Национальной хоккейной лиги. И мы хотим подарить ее вам, потому что знаете почему? Что здесь написано? Потому что здесь написано Романов 26, и он дарит ее специально, ребята, вам. Новое крутое задание. Кто придумает новое крутое задание для наших гостей? Задание, которое мы будем использовать всегда. Вам будет интересно смотреть, тот забирает замечательную клюшку Сани Романова. Да. И на этом все, выпуск оканчивается. Да, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить колокольчик. Да. Скажи тоже какие-нибудь пожелания нашим подписчикам, аудитории. Пожалуйста. Ну, ребят. Ну, не надо. Живите хоккеем, болейте за нас. За Монреаль. Живите хоккеем, болейте за Монреаль и за Сашу Романа. И спасибо, что вы с нами. Ведь мы для кого все делаем? Для вас, дорогие друзья. Всем дели, пока. Друзья, сегодня мы бы хотели рассказать про арену, на которой мы делаем контент. Это арена «Молодежка». Здесь есть офигенный инновационный зал со всем необходимым оборудованием и тренажерами для вашего развития. Также здесь есть зал Рой Джонса, где сам Рой Джонс приезжает и тренирует людей. Ну а после тренировочки можете зайти в шикарный, комфортабельный ресторан, где можно отлично и вкусно подкрепиться. Кстати говоря, на этой арене довольно-таки высокий потолок и очень высокое качество льда. Еще у ребят есть свой центр хоккейной подготовки, поэтому приходите, отдавайте детей. Это новая арена и... Респект ребятам за такой крутой объект.